В этих краях очень плохие дороги. В этих местах у людей устают ноги. Внизу течет жутко бурная река. К сожалению, на местной ярмарке нет молока. Здесь продается силушка скорострельная, а в местных кафешках еда богатырская. Этот мост, ох, как сильно шатается, но при этом настроение у всех поднимается. Алтай, место офигенное. Тут природа безумно атмосферная. Если хочешь круто отдохнуть, слушай и запоминай. Тебе нужно ехать только на горный Алтай. Здесь продается вкуснейшая медовуха, от которой у тебя прекрасная станет жидуха. Качественная деревянная культура есть только здесь, а ужасным подделкам мяса точно не здесь. Скалы здесь невероятно высокие, а ягоды на кустах совершенно не горькие. Короче, нет времени на диване валяться, ведь природа меня так и зовет прогуляться. Алтай, место офигенное. Тут природа безумно атмосферная. Если хочешь круто отдохнуть, слушай и запоминай. Тебе нужно ехать только на горный Алтай. Слушай меня и запоминай, лучше нет места, чем горный Алтай. Пусть цена немала на него, поверьте, ребята, он стоит того. Свежий воздух, люди им дышат, отдельный кайф, деревянные крыши. Кстати, живут здесь коровы и кони, придется почувствовать уличной вони. А в целом я Россию очень люблю, и в своем огороде ежедневно я грядки полю. Алтай, место офигенное. Тут природа безумно атмосферная. Если хочешь круто отдохнуть, слушай и запоминай. Тебе нужно ехать только на горный Алтай. Алтай, место офигенное. Поехать туда — верное решение. Собирай скорее свои вещи и выезжай, чтобы скорее повидать этот прекрасный рай. Парарам-пам, парарам.